дороге. Я сейчас немножко экспозицию выстрою. Огромное спасибо экспертному совету за то, что он дал мне возможность выступить сегодня здесь. Это огромная честь перед всеми вами. Вас здесь так много. Должен сказать, что благодаря этому последние конкурсы, после того, как я узнал, что я должен рассказать вам о критерии судейства с точки зрения хореографии, конкурсы, которые я судил, превратились для меня в кошмар. Потому что каждый раз я смотрел, какую же часть моей оценки занимает именно хореография. И от этого вставал ступор. Я поссорился со своей женой Светланой, потому что мы видели этот предмет с разных сторон. Ну и сегодня я волнуюсь как подорванный от того, чтобы выступать перед вами. Огромное спасибо за все это экспертному совету. Итак, дорогие друзья, я назвал свою лекцию «Границы необъятного». На самом деле, знаете, эта мысль ко мне пришла. Согласитесь, когда мы с вами смотрим большой конкурс, перед нами может выступать 300 пар, 100 пар, и мы не увидим ни одной одинаковой хореографии у танцоров.